Чудные дела твои, Господи. 22 мая. Смотри, какая замечательная погода. Вон, дети в школу идут. Чё-то не очень ему охота в школу-то идти, похоже. Это наша родная Якутия. Южная Якутия. Ура, товарищи. Красота, бодрость духа, грация и пластика. Вспомнилось стихотворение детское. Как раз этот случай. Привыкайте к холодам, объясняет Света. И зима приходит к нам, а не только лето. Вот только она что-то не уходит. Прийти пришла, уходить не собирается. С Новым годом, что ли, поздравить всех, а? 22 мая, 2017 год. Прямой эфир. Южная Якутия, город Нерюнгри. Ура, товарищи! Всем хорошего настроения, бодрого утра!